Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь. Я Last of War, а это карта Битва с Британией из модификации Forgotten Hope для игры Battlefield 1942. Здесь мы в 40-м году обороняемся от налетов Люфтваффе, которые прямо с юга летят на север. У нас есть некоторые объекты, которые мы должны защитить. Я летун не очень хороший, особенно когда дело касается подвижных целей, а когда за ними нужно еще летать и буквально изничтожать другие самолеты, это совсем-совсем становится все печально, поэтому мы возьмем любой класс. Они здесь все имеют парашюты, ну мне парашют, наверное, не понадобится, разве что меня подбросят в воздух, и тогда он, может быть, успеет раскрыться. Кто знает. Но берем, что можем, и отправляемся вперед и посмотрим, чем это добро кончится. Так, мне бы, наверное, машинку. Я вижу там уже позицию, до которой можно было бы доехать. У нас есть и другие позиции, понятно. А, товарищ, ты бы мне дал дорогу, нет? Спасибо. И я тогда поеду куда-нибудь в противоположном направлении потенциально. А? Вот как-нибудь вот так. Так, а самолеты уже на месте, да? Вражеские, понятно. У нас тоже что-то, по идее, есть, но... Насколько оно там все хорошо работает в воздухе, да, и эффективно против изничтожения... Для изничтожения вражеских супостатов, это тоже хороший вопрос. Быстро летит, сволочь. Может, с этим будет получше? Ну как? Никак. Давайте попробуем, что ли, здесь заспавниться. Так, ты отстреливаешься, а здесь поближе. Даже джип брать не надо, кстати. Наши ребята очень мило сидят, что втроем в одном Уиллисе, но не Брюсе. И ничего не делают, никак не помогают. Вот есть позиции свободные, например, ПВОшные. А народ это вообще никак... Не тревожит, не беспокоит, хотя наши, значит, места тоже они постепенно разбираются на запчасти, что, согласитесь, несколько предосудительно. Я надеюсь, я по тем стреляю, но я не до конца уверен. Этот товарищ немного подальше, да? Летает, улетает, и, к сожалению, мое упреждение оставляет желать много лучшего. Так, вроде неплохо, правда, мне не засчитали, но это не важно. Главное, что кому-то из наших засчитали, и это был враг. Быстро сволочь пикирует. Здрасте. Так, это свои, что происходит у нас? У нас происходит неплохо, только одна цель наша уничтожена. Смогем? Хороший вопрос. Я вроде бы успеваю следить мышкой, но этого мало, очевидно. Барсак. Хорошо словили. Я бы даже сказал очень. Могу ли я где-нибудь здесь... да, мы дымимся, это плохо. Могу ли я где-нибудь здесь обосноваться, как вы считаете? Позиция занята? Вроде бы занята. Тогда мы куда-нибудь еще направимся, например, на джипе. Так, это у нас тоже занято. Окей, ну то есть не окей. Я надеялся, что мне здесь найдется место. Какой-нибудь уголок, но, к сожалению, это пока что не так, это плохо. О, вот здесь нашлось место. Это хорошо. Кто-то как-то самоуничтожился. А вы, ребята, попробуем хотя бы с вами справиться. Не справились. Но...
Нет, не особо. Ух ты. Так. Насколько это вообще эффективно? Не очень эффективно. Ну, что-то чуть-чуть выходит, но медленно, не особо хорошо. Правда, хитскановые выстрелы меня больше радуют, понятное дело, частично. Однако у нас все экстремально плохо. Что ж ты, сволочь, не уничтожаешься? Вот же черт рогатый. Попробуем хотя бы этого. Он тут у нас круги нарезает, понимаете ли. И совсем-совсем не боится. Но с моей меткостью это неудивительно. Вроде бы он немного задымился, но опять-таки... догнать ее не получается просто. Так, может хотя бы этого? Ну, наконец-то, блин. 61, но у нас есть некоторые шансы продержаться, хотя, конечно, шансы не самые здоровские. Подбил. Куда меня судьба забросила? Куда-нибудь поблизости? Давайте попытаемся продолжить. И скрещиваем пальцы, господа и дамы, за меня, за дорогого Ластафуари, потому что нам поможет только удача исключительно. Я так чувствую. Ну. Наконец-то. Минус один. Довольно жирный товарищ. И минус два. 27 врага. У нас не 27, но у нас цели, так сказать, наши цели, которые мы должны охранять, они практически слились. Поэтому все может закончиться для нас очень-очень быстро. Когда, знаете, тикеты так от нас убегают со скоростью падающего кирпича. Да, все печально. Десять, девять, шесть, пять. Может быть, 4-3-2-1-0, а? Нет, не успею. Я настолько быстро не реагирую, это во-первых. А во-вторых, я просто не успеваю повернуться. Турелька начинает поворачиваться далеко не сразу, и она еще менее сразу останавливается, что, конечно, помноженное на мои не очень прямые руки местами, дает предсказуемый эффект. Однако, не без некоторой удачи, мы все-таки победили. Карта, персонально по моим меркам, очень тяжелая. Может быть, у вас получилось бы на ней удержать позиции более эффективно, причем, возможно, даже в основном воюя в воздухе. Но я рад даже такой, может быть, не вполне уверенной победе. Здесь у нас поле битвы не совсем традиционное. Вместо классических контрольных точек, здесь есть объекты, которые нужно удерживать или, наоборот, уничтожать, в зависимости от той стороны, на которой вы играете. Так что карта получает палец вверх, но играть, конечно, на ней я, пожалуй, не буду. Своим мнением вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами, выпусками в социальных сетях. С вами был Ластафуари с канала Ластафуари Беларусь. До встречи в следующий раз, и спасибо за просмотр.